курортном районе начался месячник по профилактике незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ. Муниципальный совет Сестрорецка уже не первый год приглашает в лицей имени Мосина специалистов научно-исследовательского центра «Сфера», которые проводят с ребятами интересную интерактивную игру. Мы давно дружим, уже, не знаю, раз пятый, наверное, мы приезжаем сюда, в лицей Мосина, чтобы провести свои мероприятия для ребят, пообщаться с ними. Есть положительные отклики от ребят и от педагогического состава, поэтому сотрудничество продолжается, и это хорошо. Наши мероприятия, как и вся антинаркотическая и антиалкогольная политика молодежная Санкт-Петербурга, оно направлено на профилактику. В первую очередь на профилактику неправильного отношения к собственному здоровью, к собственной жизни, на выработку позитивного отношения к здоровому образу жизни и формирование вот этого взгляда комплексного на то, как образ жизни влияет на здоровье, на успешность и на качество этой жизни. И, безусловно, нашей одной из важнейших задач этого мероприятия является выработка, безусловно, негативного отношения к употреблению психоактивных веществ, алкоголя и прочих вредных веществ для организма человека. Посещение сферы – это просмотр документальных материалов о вреде, причиняемом наркотиками и психотропными веществами человеческому организму. И участники игры на какое-то время становятся будто частичками этого организма, наблюдая процесс изнутри. Круговое движение крови в организме осуществляется каждые 30 секунд. Безусловно, подросткам такой формат подачи знаний кажется развлечением. Но благодаря игровой форме в подсознании ребят зарождается убеждение, что лучше посвятить себя и свою жизнь чему-то более полезному, чем употребление наркотиков. Мы после каждого мероприятия выкладываем фотографии в соцсети, и там и ребята, и педагоги пишут, что мысли появляются после наших мероприятий, что открываются как-то глаза, и вот именно эта взаимосвязь между образом жизни и, казалось бы, бытовыми ситуациями, в которых мы все оказываемся каждый день, эта взаимосвязь была неочевидна, и вот мы как-то ее осветили с новой стороны, и мысли у детей появляются.